них покатался. Я бы не хотел больше кататься на таких картах, хотя два. Поэтому Олег Геннадьевич тоже здесь, да? Здесь поймете. Я вам слово даю, что я каждое воскресенье буду делать. Никогда я столько людей на картах не видел. И погода самая хорошая, да, и площадок у нас очень много. Это хорошо, что люди у нас тянутся. Здоровый образ жизни. Замечательное настроение. Приятно, что тебя узнают. И дети, что поразительно, и взрослые. Но неприятно, что у нас такое отношение. Либо у нас не справляются те люди, которые ответственны за данные ледовые площадки. Их нужно менять. Если есть проблемы с финансированием или со штатом, не хватает нас, давайте обсуждать. Три дня. Присаживайся.